Может, кексика? Ты чё, мне через 2 часа к гинекологу идти? А к стоматологу не надо? Нет. Ах, чаечка якобы не поняла, да? Ребята, всем здорово, Саныч на связи. В принципе, не знаю, не было таких случаев, чтобы чаечка собиралась после там сеанса, так скажем, у Саныча доктора, да, к другому доктору. Ну, я все-таки немножко другой специализации, мандолог, но... Ладно, ребята, все это фигня. Но, ладно, если, допустим, гинеколог еще может там определить там, как, по каким-то там своим критериям, там, да, что у нее недавно был секс. Ну, хорошо, окей, но определил. И что? Это что, запрещено? Вот, ну, ладно, все это фигня. Как стоматолог определить, что у него был до этого оральный секс? Ну что, его зуб, что ли, выбит этим своим, блин, короче, болтом, что ли? Они чем там заниматься собирались? В общем, ребята, пишите явные признаки того, что чаечка занималась оральным сексом.